Всем привет, я Алекс Сидоров. Передаю огромный привет моему родному замечательному городу Краснознаменск. Как вы знаете, сейчас я участвую в проекте под названием «Главная сцена» на телеканале «Россия». Безусловно, очень нужна ваша поддержка. Дело даже не в каких-то смс-голосованиях, неважно. Просто будет приятно, если вы будете разделять вместе со мной эту радость. То, что я сам ощущаю на сцене, тем более, что это тот город, в котором я вырос. Тот город, который я люблю, в который мне всегда приятно возвращаться снова. Всех целую, всех обожаю. Еще раз спасибо.